Сегодня, 2 декабря, мы отмечаем первый день рождения библиотеки семейного чтения, библиотеки нового поколения в статусе модели. За этот год были и трудности, было много праздников. Ярко прошли мероприятия для различных категорий читателей. Это и девичник, это и первый туристический форум «Золотой самородок», и «Золотые краеведческие чтения», и «Зимние посиделки». Клуб вместе с мамой пополнился новыми участниками. Начала работать программа о литературных занятиях для дошкольников «Родничок». Количество читателей увеличилось в несколько раз. У нас было много новых планов, но реалии сегодняшнего времени внесли свои коррективы. Сотрудники библиотеки быстро переориентировались на онлайн-мероприятия в группах социальных сетей и на сайте ЦБС. Это онлайн-проекты «Театральный четверг», «Сказки не шутки», «Советы детского психолога», «Экоэкскурсии», обзоры литературных новинок и мастер-классы. Сегодня наша библиотека частично открыта для пользователей, и мы хотим предоставить слово нашим постоянным читателям.